Монтажник третьего участка структурного подразделения «Новация» управляющей компании ЖКХ Алексей Новиков стал одним из победителей областного конкурса «Лучший по профессии», тем самым подтвердив, что в своей сфере он лучше не только в нашем городе, но и во всем Подмосковье. Наш корреспондент побывала на рабочем месте Алексея Юрьевича, вникла в суть творческой, как сам заявил герой, профессии и даже попыталась поработать на станке. На третьем участке филиала «Новация» Алексей Новиков трудится уже порядка 10 лет. За это время наработал большой опыт и смог убедиться – слесарное дело – это его стезя. Никогда не бывает похожих ситуаций. Все время приходится изобретать, фантазировать, решать. Бывают такие моменты, когда, казалось бы, что невозможно сделать, но если хорошо подумать, то находится решение и как бы получается неплохо. Кандидатуру Алексея на участие в областном конкурсе выдвинуло руководство, считая, что именно такой мастер своего дела и должен отстаивать честь профессии. Мы же, как руководители, отслеживаем качество выполняемых, представляемых услуг, как он выполняет заявки, как он работает непосредственно на общедомовом оборудовании, на общедомовом имуществе. Мы видим, как человек содержит свое рабочее место, в каком состоянии у него подвалы, чердаки, как вообще в принципе он относится к своим должностным обязанностям. Вот по ряду таких критериев и был как бы вот на кандидатуре Алексея Юрьевича выбор наш пал. Участвовать в конкурсе, признается Алексей, было интересно, но в победу верил с трудом. Тем более, что задания были основаны на новых технологиях, с которыми наш герой сталкивается в жизни не очень часто. Первое задание было собрать полностью инсталляцию, туалет, который смонтирован в стене. А второе задание, там надо было собрать стояк водоснабжения с отводом на счетчик и подключение к смесителю. Перед каждым заданием они как проводили мастер-класс, показывали, рассказывали, потом давалось 30 минут на каждое задание. Именно интерес к постоянному самосовершенствованию, стремление к повышению квалификации и позволили Алексею Новикову стать лучшим. Любые нововведения, скажем так, благодаря тому, что сейчас век современных технологий, удается посмотреть в интернете. И как бы плюсы и минусы их выясняются. А потом стараешься уже здесь как бы больше приходится на практике, потому что помимо нас работают фирмы, которые все это работают по новым технологиям, а нам, чтобы исправить за ними ситуацию, если она неправильная получилась у них, то приходится поневоле изучать и решать вопрос, как это устранить, чтобы люди с комфортом получали услуги, которые мы обязаны предоставить. Да, конечно, попробуйте. Ой, тяжело. На самом деле, профессия слесаря еще и физически очень тяжела. И мне, как женщине, это, к сожалению, не под силу. Главный принцип профессии, уверен Алексей Новиков, – качество предоставляемых услуг. И жители домов, которые он обслуживает, могут быть спокойны. На их участке трудится мастер «Золотые руки». Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.